Приготовься пулять какашками. Так, приехали к официальному дилеру. Ликвимоли. Опять затарились. Вот здесь на полика взял. В полике масло поменять. Сразу у них же и фильтр взял. Масляный фильтр. Потом сразу же взял в компрессоре, ну, в оборудовании, да, масло поменять. Присадка для топлива. Присадки для двигателя. Вот, все, короче, стандартный комплект. Ну, естественно, соответственно, само масло в двигатель. Нормуль от замены до замены, как говорится, ни грамма не берет. Его и практикуем. Ладненько, что, поехали дальше. Добрали все до машины. Значит, приготовили канистру для слития, канистры для залития. Здесь автономку вытаскиваем, выкидываем ее. Она меня просто достала, вот просто она меня достала. Я ее даже не ремонтировать не хочу, ничего. Потому что смысла ее нету ремонтировать. Сейчас за ремонт за нее питака, да? А китайская новая стоит там, ну, 8-10, пускай китайская стоит. Такая же самая, да? И как бы, короче, смысла ее ремонтировать вообще не вижу. Снимаем. Кому, если надо, пишите, вообще бесплатно отдам. Отправлю там, за ваш счет только доставка будет. Все, 12-вольтовая, сколько киловатт, не знаю. Но жарит так она нормально. Проблема с ней какая? Запускается на всех оборотах только. Ну, на полных оборотах запускается. На полных работает. Соответственно, когда, ну, такая погода, да, ну, плюс 5, плюс 6, соответственно, в кабине находиться невозможно. Начинаешь убавлять, она отключается. Вот, если кто заинтересован, я говорю, бесплатно, абсолютно бесплатно отправлю. Занимайтесь, ремонтируйте. Ну, а я поставлю себе китайскую, да и все. Так, значит, продолжаем. Продолжаем масло. Шприцуем. Пробегаемся по машине полностью все. Да, еще диски. Кто колесные диски мне говорил. Вот, сейчас его помыть. И он вообще будет смотреться, будто, ну, как заводские. Вот, так что спасибо всем за комментарии, за хорошие, за плохие. Ну, ребят, я говорю, знаю то, что их надо отпескоструить, покрасить, я все прекрасно знаю. Во-первых, это было покрашено, чтобы они дальше не гнили, не ржавели. Я в три в одном, да, краска. Рядом это, ну, короче, крокодил, как его, караед, как его, кто как называет, три в одном покрасил, все, вон дальше уже ржаветь не будет. Потом, если все нормально, на следующий год отпескоструем, покрасим по-нормальному. Так же самое и прицеп, и все. Сейчас покажу еще с прицепом, значит. Не знаю, еще успею, не успею, у меня тут буквально пару дней. С прицепом, по планам. Все, у меня все фонари, все лампочки, все фонарики есть. По боку вот так вот фонарики пустить. Три фонаря вот здесь вот будут. Три фонаря тут. Ну, подсветка номера новая. И три фонаря новых тут. И сверху три, и три будет. Ну, сейчас я покажу, какие фонарики. Я не помню там, в каком видео показывал, не показывал. Эта херня будет срезаться, вариваться другая. Металл взял. Вот он все, металл купленный. Ну, как делать буду, наверное, не в этом видео. Может, через видео там, когда, не знаю. Пока времени нету ни на что, просто времени нету. Есть все, да, кроме времени. Ладно, все, занимаемся заменой масла и пока шприцовкой. Да, фонарики сейчас покажу. Так, значит, по фонарикам. Вот у нас фонарики. Вот 4. Не хочет. Прилипло. Ну ладно, короче, 4 и вот еще 2. Будут фонари вот такого типа.
Китай. Вот он даже вот так вот трясешь. Гремит. Не знаю, надеюсь, то, что вот эти болтики, когда потянутся, греметь, может, так не будет. Ну, не знаю. Короче, сколько отходят, столько отходят, потому что Китай галимый. Я, можно сказать, эти 6 фонарей взял, как один польский. Вот 6 фонарей. Вот 6 фонарей. Ну, не один польский, конечно, полтора польских фонаря. Вот. Чтобы точнее было. Потом вот такие пойдут по боку. Эти пойдут сверху. Все у нас, вот они все в пакетиках, все лежат. В общем, полный комплект всего, ну, всех фонариков, да? Вот они все на месте. Но это говорю в дальнейших планах. Ну как, в ближайших планах это все будет делаться. Сегодня масло меняю, автономку меняю. И завтра буду заниматься фонарями. Ну, не факт то, что я успею все подключить, сделать. Я пока старый ничего отключать не буду. Ну, короче, подготовлю, все сделаю. А там по времени. Все зависит от времени, опять повторяюсь. Ладно, идем крутить. Так, ну что у нас? Масло вроде бы как бы успешно поменено. Сейчас проверим уровень. Уровень. Все, фильтр помененный. Ну, пролил это как обычно. Этот фильтр старый, когда откручивать. У меня редко когда бывает. Ну, яма. Яма нужна, короче, для этих всех дел. Конечно, нужна яма. Вот. Ну, будем к этому стремиться. Короче, к яме. Что, пробуем запустить. Что он нам покажет, скажет. И сколько давления будет. Присадочку обязательно, как всегда, добавили. Только в этот раз одну баночку, правда. Так. Давление. Ракет нормально. Приготовься пулять какашками. Все, сейчас нагреется, если двадцатка будет, то ништяк. Но он, кстати, потихонечку, вообще потихонечку, вот видно то, что стрелка, она сейчас вот, не ровно на 40, а... Вот она прыгает. Ну а где у нас только из-под фильтра может бежать, если нигде не бежала. Ну, что мы не наблюдаем, все нормально. Снял автономку. И, короче, такой вот фирмы. Все, вот он, пультик. Вот здесь все вот эти провода, насосик. Говорю, кому надо, абсолютно бесплатно. А бака только нету. Бака нету, потому что у меня на интере прям с бака запитывается. Я так сделал вообще, чтобы с бака запитывался. Говорю, кому надо, пишите. Я вам отправлю абсолютно бесплатно. Вот здесь единственное, что я когда ее снимал. Вот этот провод. Ну, это на этот. На насосик. Провода вот эти вот откусил. Ну, здесь по цвету соедините. Вот. Ну и вот эти провода, они тут в безалаберном состоянии было, это плюс-минус. Ну что, это плюс-минус, он и есть, плюс-минус. Все, подключите. Вот. Так что, говорю, кому если надо, абсолютно бесплатно. Просто, ну, доставка за ваш счет, там, если платная доставка будет, за ваш счет доставка и все. Там, химичите, делайте, что хотите с ней делайте. Все. Такой подгончик вам, по-братски, да? Ну, а я иду новую ставить. Ну все, короче, Фред в разбор пошел.
каком плане, я с него автономку снимаю. Че, она у меня вообще нулевая, полностью нулевая. Я с него ее снимаю и ставлю на Интера. Здесь у меня такой складик тоже, мини-складик. Баллоны, баллоны там, пушки газовые. Ну это ладно, фары фредовские. Короче, пока до Фреда запчастюльки. Одни собираем, другие снимаем, да? Ну, автономку я сниму. Мне эта автономка вообще понравилась. Она просто, ну, мне она очень понравилась. Вот эта автономка мне очень-очень-очень понравилась. Ладно, снимаю, короче, ставлю на интро. Ну что, все, поставил китаёзу. Первый пробный запуск, и будем потом все увязывать, подвязывать, все нормально ставить. Сейчас посмотрим, что как пойдет, не пойдет. Пошла, пошла, родимая. Ага. Разгоняется. Делать. О-о-о. Вот, вот это другой базар. Все, уже не дотронуться. Китаёза. А вот кто нам подъехал. Вай, 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 вай. Какие люди. Как по часам. Можно часы, кстати, сверять. Говорил, в 4 часа буду. Время около 4, кстати. Вот это лайва, да? Во. Сейчас. Чаёк, кофеёк, ля-ля тополя. Ну, посмотрим, может, если... никуда не торопится, может еще и что-нибудь покрепче употребим. Ладненько, пойдем здороваться. Все, пошел. Постояли. Чайку, кофейку попили. Все, давай, до связи. Давай, давай, счастливо. Пообщались, чайку попили, кофейку попили. Так, все. Помчал. Ему еще за сегодня надо, говорит, 400, ну где-то 400-450 пройти. Ну а мы пойдем что дальше заниматься своими делами. Ну что значит, у нас все смазано, помазано. Ну как обычно, все шкварня, морня, там колодки эти, колодки говорю, шкварня, валы тормозные. Вот, за 3 месяца получаю, или за 4 месяца уже, не знаю. Вот такое ведро у меня ушло. Сколько тут килограмм написано? Тын-тын-тын-тын. Ну, вроде как бы. Ну, 4,5 кг. Ну, там, ладно, у меня чуть он использован где-то так. Ну, грубо говоря, килограмма 4 ушло за, ну, тоже месяца за 4, наверное. Вроде ничего, все смазано. Ну, как... все пробитые, все там 2-3 раза качнуть, ну этим пневмопистолетом, да, 2-3 раза, а шприц уходит, хоп, шприц пустой, хоп, шприц пустой. Вот, все, автономочку, кстати, все сделал, все подвязал с этим вот проводом, только его, конечно, наверное, подумаю, даже в кабине где-нибудь потом его зацеплю, что-то он мне так не очень нравится, короче. Ну это все, глушак прокинутый. Весь. Ладно, все работает, все нормально. С фонарями не успеваю. Все, сейчас в прицепе подметаю, в кабине убираюсь. И все, стартуем в рейс.
Так, ну что, на месте все зарегистрировался, сходил. Ждем загрузку. Ну, ждем, когда нас вызовут. Иду домой пока. Позвонят, поедем, загрузимся. Ну и дальше поедем. Так что такое кратенькое видео. Видюхи давно не выходили, как бы снимать. Ну что, все одно и то же, как бы. А на камеру так особо ля-ля-то-поля. Ну, как бы не мой контент, скажем, да. У меня есть сейчас. Все видео не могу сделать, кое-какое видео. Вот как раз на камеру ля-ля-то-поля. Ну или ехать дорогу снимать ля-ля-то-поля. Но я думаю, сейчас в ближайшее время его все-таки или с нуля опять сделаю, или то, что есть материал, состыкую, сделаю. Вот. Так что ладно, все, на связи, не теряемся. Все, всем добра, удачи, пока.